Далее у нас парный поединок. Ямазаки и Сильвер против Такады и Флеминга. Итак, Марк Сильвер вместе с Казуо Ямазаки. Казуо Ямазаки, напомню, он из Токио. Ему 31 год. Рост 1,90 м, вес 104 килограмма. Но надо будет посмотреть внимательно за этой парой с Марком Сильвером. Сильверу всего 23. Он очень быстро учится. У него рост 1,88 м и вес 104 килограмма. Ну и пара напротив. Набухико Такада и Марк Флеминг. Набухико Такада. Ему 31, рост 1,85 м, а вес 104 килограмма. Это лучший японский боец Бушидо. Марк Флеминг из США, 33 года этому парню. Рост 1,85 м, вес 116. Кстати, он является главным тренером в Академии рестлинга Лутеза. Начинают Ямазаки и Флеминг. Очень интересные пары, примерно равные по силе. И будет интересно наблюдать за этим поединком, кто же сможет выиграть в этом бою. Так, сейчас Флеминг держит правую ногу Ямазаки. Ждем. Как говорится, ждем. Флеминг держится, Ямазаки держится, и Флеминг канатом рванул. Но он готов продолжать бой, естественно. Хотел сейчас с разворота ударить Ямазаки, не получилось. Перекаты. Замечательно. Так можно и за пределы ринга выкатиться. Ну, оба находятся, посмотрите, они прикатились просто-напросто к канатам для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, что ли. Ну, пока ничего страшного нет. Замена. Сильвер выходит вместо Ямазаки. А будет ли меняться Флеминг? Вот интересно. Да, пожалуйста, Флеминг тоже заменился. Заменился он на Такаду. Такада, как в том фильме, говорил, будешь ты теперь фиолетовый. Сильвер рванул на Такаду. Но не надо забывать, что это лучший боец Бушидо в Японии. Сейчас там где стоит Сильвер. Вот он и бросал, кстати говоря. Так, минус балл у Марка, у Сильвера. Надо обязательно конкретизировать, какой Марк, потому что мы помним, что здесь Марк Сильвер, там Марк Флеминг. Не получается Сильверу бросить Такаду. Попадается на контратаку, смотрите-ка. Такаде палец в рот не клади. Еще минус балл у Сильвера. Ну что, может быть поменяться? Конечно. И вот то, чего ждали все, к сожалению, не получилось. Такада до поры до времени отказывается биться с Ямазаки. Очень быстро заменился Такада на Флеминга.
Флеминг сейчас неплохо атаковал Ямазаки. Итак, хорошо сейчас Флеминг. Но быстро он получает в опорную, посмотрите-ка. Флеминг выглядит очень угрожающе. Ох, вы посмотрите, как Марк Флеминг сейчас. Неплохо, он очень пытался атаковать, попался на контратаку и быстренько спасся у канатов. Ну что, пожалуйста. Нет. Ни Такада, ни Ямазаки не хотят биться друг с другом, когда один из них выходит свежим. Вообще непонятно, будет ли вообще противостояние Ямазаки Такада в этом бою. Кстати, оба они не так давно проиграли Гарри Олбрайту. Кстати, а последний раз Марк Сильвер и Ямазаки, когда выходили на ринг, встречались именно друг против друга. Обоюдные захваты пока, посмотрите. Вот мне интересно, когда эти две команды готовились к этому поединку, они тренировались вместе, то есть Сильвер с Ямазаки, а Флеминг, соответственно, с Такадой, или, как обычно, все варились в одном котле. Мне все-таки кажется, что первый вариант более приемлем к этой ситуации, потому что нужно же было еще разрабатывать тактику. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, попал, по-моему, в нос Такада Сильверу или все-таки в подбородок? Замена, нет? Да, совершенно верно. И все-таки, да, Такада не уходит. Такада и Ямазаки уже на ринге, да? Да, совершенно верно. Такада остался на ринге. Да, попытка двойного захвата запястья привела к потере балла у Ямазаки. И Такада в атаке. Ой-ой-ой, Такада был в атаке, а Ямазаки-то резче и точнее атаковал ногой. Ну что ж, если сейчас мы видим японское противостояние, значит, что нас ждет американское, да? Сильвер против Флеминга. Точно, пожалуйста. Чистые борцы-рестлеры. Нет, так-то захват Флеминга Сильверу не сорвать. Может быть, туда, подальше, к центру ринга, а, Флеминг? Сильвер держится, по-моему, из последних сил. Да, дотянулся он все-таки до каната. Ямазаки уже на ринге. Ой-ой-ой. И сразу же Ямазаки расставил определенное количество точек над определенным количеством И. Но Флеминг на ногах. Судья открывает счет, а Ямазаки продолжал атаковать.
по инерции или со злости, это второй вопрос. Ага. Ну и в очередной раз Ямазаки против Такады. Да, лысина Ямазаки. Фиолет Такады. Значит, японское противостояние мы видим. Замена. Сильвер против Такады. Здорово! Не поддался Сильвер вот этим вот атакам Такады. Ох, прям-таки фотографируй и плакат делай из физиономии Сильвера. И не позволяет Сильвер Такаде уйти в канаты. Вы смотрите. Да. С одной стороны канаты были далековато, а здесь все-таки поближе. Публика, конечно, недовольна. Флеминг выходит против Сильвера. Итак, Флеминг будет переворачивать Марка Сильвера. Точно. Ой, как неприятно. Колено, посмотрите, колено у Сильвера с проблемами. Чистое, нет? Да, не так-то просто Марку Сильверу дотянуться до... Да! Дотягивается. Ой-ой-ой, я представляю, как это было больно сейчас. Атакует Сильвер. Все-таки удалось ему бросить Флеминга. Взгляните. Так, ну, судя по всему, выкручивается Флеминг, да? Да, совершенно верно. Бросать будет? Бросает! Ой-ой-ой-ой-ой, ну что, Сильвер, уходи уже! И вот сейчас Ямазаки и Такада отдохнули. Нет, остался Сильвер. Это, на мой взгляд, ошибка серьезнейшая. Огромная ошибка со стороны Сильвера. Выходить уставшим против Такады. Кому и что он хочет доказать? Ага, вот что он хотел доказать. Ну что, надо меняться? Нет. Атакует ногу, атаковал ногу Такады Сильвера, а сейчас попался... Да, и мне кажется, это все. Это невозможно уйти, да. Очень быстро, конечно, Марк Сильвер очень самоуверенно решил продолжать поединок против Такады и проиграл. Такада Флеминг, победители в этом бою.